Футбольный клуб «Муром» сразился с аутсайдером первенства. «Муромлян» принимал ФК «Чита». Он на последнем месте турнирной таблицы чемпионата. Тем не менее, совладать с соперником у муромских футболистов не получилось. «Чита» забила единственный мяч в первом тайме, и он, по сути, стал победным. Отыграться «Мурому» не удалось. «Владислав! Владислав! Ну бей, Владислав! Да, господи, Владислав! Ну удар, Галиф! Бей, Галиф! Удар! Такие эмоции читинского комментатора матча вполне понятны. За 10 туров чемпионата команда из Забайкалья не выиграла ни разу. Такое досадное поражение аутсайдеру первенства болельщики «Мурома» в социальных сетях попытались оправдать многочасовым перелетом. Дескать, муромские футболисты попросту не успели собраться к игре. Какая игра после прилета за 4 часа до матча? Спящая защита и нападение никакое. В итоге для «Мурома» это третье поражение подряд. Следующая игра команды состоит 16 октября в Иркутске. «Муромлян» примет местный «Зенит».